Радость моя, веду съемку нашего жилья с Лешей. Вот Леша сидит, вот жилье. Леха помахал, вот, вот так вот. Ну, нету ничего у нас тут вообще-то. Вот где мои вещи разложены, просто некуда больше класть. Ничего нету, ничего нету. Маленькие очень просто помещения, очень маленькое. Мрак. У нас нет ничего, даже окон. Зато море. Мрак. Ну, самая печальная, зайчка. Показываю тебе быстро. Вот сюда пытаюсь показать, если увидишь. Это железная дорога. Вот я прямо на нее показываю. Она в 5 метрах от стены нашего здания. Даже 4. Ну, ее, наверное, не видно там. Ну, вот она как-то так вот здесь. Вот и все. Кошмар. Прошел только что поезд, еще, сука, сигналил. Так у нас весь дом трясся. Ну, вот и все. Такое ощущение, что поезд несется прямо на тебя. И сигналит при этом. Да. Вообще ужас. Когда вот здесь стоишь на кухне, он вот за этой стеной прямо в 1 метре проходит поезд. Страшная пытка, да. Сном. Когда не дают спать, регулярно включают или громкую музыку, или свет в камере. И человек сходит с ума через пару недель. У нас такая же была бы участь с Лехой. Тебя надо тоже валить. Так пытали? Надо валить. Саня, ты вот это... Так, вот мы тут живем. КТП Пейдж. Показываю. Вот наш номер. А вот это смотрите. Смотри, как. Вот. 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 Мимо проносится. Вот тут мы живем. Вот номер. 10 метров. 10 метров. Вот дальше. Вот. Вот рейтинг. Не видно, да? Вот с этой стороны. Ну тут написано КТП. И то, что у них 9 рейтинг. Не знаю, где тут 9. Вот. Вот. Вот такая фигня. Кошмар. Съедем через каждые полчаса идут поезда. Ну, иногда 45 минут. Ну, в общем, вот так. Условия жизни невыносимы. Вот еще раз показываю. От номера до дороги железной максимум 7 метров.